Все, хватит, хватит поливать. Все уже видят, что гель превратился в воду. Хватит, голову хотя бы оставь. Детский канал мультиигрушки представляет. Всем привет, ребята! По просьбам наших подписчиков я стал опять негром, а еще я устроился на работу в такси. Ну что, прокатимся? Здравствуйте, мадам! Вас приветствует таксист Петрович. Садитесь в машину, я доставлю вас домой. Оу, потише, потише, сэр, у меня кружится голова. Не переживайте, мадам, не переживайте, главное, чтобы у меня не закружилось, я вас доставлю вовремя. Аккуратно, аккуратно, впереди пробка. Пробки, открывашки, да не переживайте, я опытный водитель. Ничего, ничего, мадам, мы почти приехали. Ой, мадам, мадам, что с вами? Вы что, в обморок упали? Как же так? Что же делать? Ну как что, Петрович? Зачем ты так быстро ездишь? Скорость превышаешь? Разве так можно? Ладно, не переживайте, сейчас я вам помогу. Здравствуйте, доктор Пилюлькин! У нас случилось небольшое ЧП. Мадам потеряла сознание. Вы не могли бы нам помочь? Доктор Пилюлькин, к вашим услугам. Сейчас соберу чемодан и выезжаю. Так, посмотрим, что же у нас тут случилось. Ничего страшного, пульс в порядке, дыхание в норме, сейчас вам станет лучше. А что тут произошло? Это я виноват. Хотел быстро доставить мадам домой, а тут такое. Спасибо, доктор, мне уже лучше. А вам, Петрович, советую быстро не ездить и прислушиваться к пассажирам. Да, Петрович, тише едешь, дальше будешь. Пойдем, Петька, лучше опыты делать. Это у тебя получается лучше. Друзья, а сегодня мы с Петровичем будем делать опыт водохлеб. Водохлеб? Ух ты! Набор для проведения удивительного научного фокуса по мгновенному превращению воды в гель и обратно. И для этого нам понадобится 2 стаканчика. Полиакрилат натрия, синий краситель и наши синие перчаточки. Ай! Я думаю, перчаточки в этом опыте нам не пригодятся, зато батут какой классный! Ребята, кому нравится, жмите лайк! Итак, друзья, нальем 150 мл воды в наш стаканчик. Добавим красителя. А в другой стаканчик добавим полиакрилат натрия. Опыт начинается. Зальем нашу крашеную водичку в синий стаканчик и посмотрим, что же получится. Ух ты, ребята, смотрите, вода превратилась в гель и стала похожа на настоящий снег. Так, а теперь давайте проверим и перевернем наш синий стаканчик. Ух ты, настоящий снег, зима, как здорово, вот это опыт, теперь Петрович целый день будет играть. Да, интересно получилось, смотри, Петрович, как он мнется, сейчас я попробую сделать тебе настоящего снеговика. Ой, спасибо, вот это снеговичок, теперь у Петровича появился новый друг, я даже ему свою кепку подарю. Друзья, мы насыпали в один из стаканчиков 50 мг соли и теперь зальем туда воды.
А теперь возьмем наш снег и положим в стаканчик. Ух ты! Смотрите, опыт получился! Гель опять стал превращаться в воду. Давайте закинем остатки геля в стаканчик, все тщательно перемешаем и проверим на Петровиче. Опять на Петровиче! А давай тебя посадим в бочку и проверим опыт. Ребята, кто за, жмите лайк. Меня в бочку? Ты что, Петрович, таких бочек на планете Земля нету. Все, хватит поливать. Все уже видят, что гель превратился в воду. Хватит, голову хотя бы оставь. Друзья, если вам понравилось наше видео, давайте наберем 2000 лайков, чтобы следующее видео было еще интереснее. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока-пока. Детский канал «Мультиигрушки» представляет. Если рано утром встал и конфетку засосал, значит день пройдет не зря. Всем привет, мои друзья! Нету рядом никого, съем конфетку и в кино. Как это нету, Петрович? Я тут. Если утром рано встанешь, кашку всей семье сварганишь, вот тогда тебе я дам 2 конфеты по 100 грамм. Какая еще кашка? Фе, не люблю кашу есть, полундра! А придется полюбить и здоровью не вредить. Нет, что это за попрыгушка такая, помогите! Стой, Петрович, ты зачем без спросу конфеты взял? А ну стой, проказник! Ну это, конфетки лежали сладенькие, я проходил мимо и не смог удержаться. Фух, кажется, оторвался. Спрячусь за домик. Думаю, меня никто тут не заметит. Если что, жмите лайк, в долгу не останусь. Да нет, Петька, вижу я тебя. Ага, попался, который кусался. Отпусти меня. Ничего не вижу, ничего не слышу. Отпусти, ну пожалуйста. А конфетки без спроса брать не будешь? Буду. Ай, нет, не то сказал. Конечно, не буду. Все, я все понял. Пошли снимать видео. Ладно, Петрович, поверю тебе в последний раз. Слушай, Петька, а у нас сегодня кое-что интересненькое есть. Я готов проводить эксперименты, только убери эту змеюку от меня. А что ты приготовил? А сегодня, Петрович, мы будем тестировать супермашинку на радиоуправлении. Ух ты, ничего себе! Такой машинки я еще не видел. Ну что, давай откроем? Хорошо, Петька, давай откроем. Так, на этот раз оденем тебе шлем. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же умеет эта машинка. Ничего себе, какая она шустрая, вот эта машинка. Эй, потише. Смотрите, ребята, у этой машинки даже колеса поворачиваются. Так, давайте попробуем ее протестировать. И как всегда, начнем мы с нашего песочка. Думаю, этого достаточно. Как-то страшноватенько. Ну ладно, был бы я не Петрович, если бы не протестировал эту машинку. Ух ты, смотрите, не проехала. А я-то думала, она легко преодолеет это препятствие. Попробуем еще разочек. Эх, опять неудача. Петька, а может это ты такой тяжелый? Да нет, наверное, дело не во мне. Конечно, не в тебе, Петька, а в количестве съеденных конфеток. О, смотри, Петрович, она выезжает. Первая машинка, которая выехала из песка. Ай! Ой, все, выключай! Ну, с песком машинка не очень справилась. Давай попробуем следующий эксперимент.
О, Петрович придумал, а давай следующий опыт проведем с какао. Аккуратненько разрежем. И сделаем горочку. Мне кажется, с какао дела обстоят получше. Что скажешь, Петрович? Думаю, да. Мне тоже кажется, эта машинка по весу очень тяжелая и хорошо цепляется за грунт. Так, сделаем небольшую горочку и попробуем еще разок. Отличная работа! Машинка справляется с какао лучше, чем с песком. Предлагаю попробовать пенку. Пенку, говоришь, Петька? Ну давай, попробуем. Немножко взболтаем. И сделаем небольшое препятствие. Ну, Петрович, не подведи. Эх, нет, Петрович, с таким протектором на резине машинка сильно скользит и далеко не уедет. Потише, 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 я же не на коньках. Держись, Петрович, держись. Все, прекращай, прекращай, голова кружится, пора заканчивать. Эй, штурман, выключай шарманку. Фух, все, Петрович устал. Мне кажется, за хорошую работенку Петровичу положено чего-нибудь вкусненькое. Конечно, конечно, у меня есть для тебя кое-что сладенькое. Это настоящие шоколадные вафли. Держи, Петрович, ты заслужил. Машинка мне очень понравилась. Песок, какао, пенка, эксперименты. Но вот сладенькое ни на что не поменяю. Друзья, а если вам понравилось наше видео, давайте наберем 2000 лайков, чтобы следующее видео было еще интереснее. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч. Пока-пока!